Астраханская молодежь выпустила в Волгу около 300 особей молоди осетра и белуги. Экологическая акция прошла в рамках проекта «Сохраним природу родного края». Уже третий год его проводит Каспийский трубопроводный консорциум. Все подробности расскажем далее. У Александры Ивановой появился новый синтезатор. И это не просто подарок, а результат кропотливого труда. Девушка слепила необычную подделку – осетра из соленого теста. И представила ее на конкурсе «Сохраним природу родного края» Каспийского трубопроводного консорциума. Но самые радостные эмоции Саша испытала не от победы. Впервые она держала в руках живую ценную рыбу. Вместе с другими участниками Саша выпустила в Волгу молоть белуги и осетра. Все было очень прикольно, мне понравилось. Я даже в шоке. Вот, и первый раз, если честно, так. Победители и призеры творческого конкурса получили достойные подарки. Это телевизоры, планшеты и синтезаторы. Воспитанники астраханских соцучреждений представили на суд жюри 21 работу. Этот экологический проект уже третий год в регионе реализует Каспийский трубопроводный консорциум вместе с сотрудниками Каспнирха. Компания уделяет особое внимание благотворительной деятельности и просвещению молодежи. Каспийский трубопроводный консорциум видит свою цель не только в получении прибыли, а прежде всего во вкладе в социальное развитие регионов присутствия. И решение экологических проблем – это одна из основных задач перед нами. Она стоит каждый день, поэтому мы, несомненно, будем работать. Ученые рассказали ребятам о породе рыб, которые водятся в Волге, и о том, как важно беречь природу. Специалисты Каспнирха отмечают, благодаря таким проектам и пополняются рыбные запасы региона. Сотрудники института непосредственно работали с детьми, рассказывали им все тонкости воспроизводственного процесса, работы с рыбой, рассказывали, что такое правило рыболовства, насколько ценен тот биологический ресурс, который дети видели. В планах КТК проводить подобный конкурс и дальше, ведь с каждым годом участников становится все больше, а это значит, что компания в своей работе движется в правильном направлении. Анастасия Андрейко, Дмитрий Швецов, Слават Кушербаев и Сергей Аксентов. Вести, Астраханская область.